Всем привет! Вы снова на канале Аида Москва. Прежде всего, как всегда, я хочу попросить прощения за то, что снова стала редко выкладывать свои видеоролики. Все дело в том, что я сейчас в Москве, стараюсь больше времени проводить со своей любимой мамой. Я сейчас в гостях, я сейчас отдыхаю, расслабляюсь, гуляю. И как-то не всегда получается взять в руки камеру и что-то заснять. Поэтому прошу прощения. Тем более я что-то совсем перестала выкладывать чат-рулетку, потому что, как-то не получается. Тут интернет, как выяснилось, какой-то слабенький. И как-то я вот, например, один раз хотела снять чат-рулетку, потом написала моя подружка, вот, и я как-то все бросила и поехала, как вы знаете, на остров мечты. Потом я несколько дней вообще какая-то вялая была. Что-то лежала, что-то отдыхала. Мы с мамой все телек смотрели, отдыхали. Вот. Вчера тоже были какие-то определенные дела. Ладно, это все мелочи жизни. Сегодня у моего самого любимого, самого родного мужчины в мире день рождения. Сегодня день рождения у моего Сашки, у моего любимого родного мужчины. Поэтому я хочу еще раз поздравить своего Сашку с днем рождения, пожелать ему счастья со мной, конечно же, пожелать ему самого-самого крепкого здоровья, пожелать ему долголетия, чтобы он всегда был таким же прекрасным, веселым, замечательным человеком. Вот, так что я тебя очень сильно люблю. Вот, так что вот такие вот дела. Сегодня погода у нас ужасная. С утра пораньше уже льет дождь. Еще когда мы спали, с утра уже слышала, что сильный дождь шел. Поэтому погода сегодня отвратительная. Завтра у меня день рождения. Вот, сегодня куча дел, потому что завтра мы все идем в ресторан. Моя семья и моя любимая подруга тоже пойдет с нами в ресторан. Вот, поэтому нужно прихорашиваться. Буду сегодня тонировать волосы. Купила специальную маску оттеночную для волос. Не краску, а какую-то маску для волос буду пробовать. Единственное, у меня страх, что эта маска не возьмет мою седину. Ну, посмотрим. Может, хотя бы для праздника что-то получится. Я уж не говорю о том, что там месяц или два она будет держаться. Ну, хотя бы на день рождения буду красавицей, а не бабкой седой. Так что вот такие вот дела. А сейчас я хочу вам показать кое-какие свои покупки, которые я сделала, пока я не снимала свои видеоролики. Так что хочу вам похвастаться кое-какими своими покупками. Вот, так что оставайтесь со мной на канале. Прежде всего, хочу похвастаться своими новыми наушниками. Наушники называются AirPods Pro Wireless Charging Case какие-то. Это, естественно, не настоящие AirPods. Купила я их за 1000 с чем-то. Это, скорее всего, не скорее всего, а аналог AirPods.
Потому что настоящий AirPods стоит около там 15-20 тысяч. Очень, они очень дорого стоят. А это аналог AirPods. Видите, вот фирма, значок Apple. А фишка этих наушников в том, что они сделаны таким образом, что они подходят как для айфона, так для андроида. Во всяком случае, у меня на телефоне стоит андроид, у меня Samsung, у меня телефон Samsung, там андроид, конечно же. И вот этот вот, вот эти вот наушники, они прекрасно подходят для моего Samsung. И заказывала я их на Валбересе. Стоили они мне где-то 1000 с чем-то, ну, не так дорого. Там были вообще наушники и за 500 рублей, и за 300 рублей, но совсем уж дешевые наушники я покупать не хотела, поэтому я выбрала такой средний вариант за 1000 с чем-то. Вот такой. В комплекте входит, значит, вот такая коробка. Они пришли в такой коробке. Никаких пакетиков, никаких там этих не было. Просто вот такая вот коробочка. Вот такая коробочка. Сейчас мы ее откроем. Давай откроем. Одной рукой просто неудобно. Вот такой. Одной рукой вот открыли кое-как. Так, значит. Тут входит вот такой вот конверт. Я его еще не смотрела. Тут, скорее всего, вот эти такая инструкция. Это что тут написано? Это такая инструкция. То есть эти наушники прекрасно подходят как для айфона, так и для андроида. Вот. Обычные Bluetooth наушники. Берете телефон. Включаете Bluetooth, нажимаете, вот тут вот кнопка есть, вот на них кнопочка найти, на кейсике есть кнопка, ждете буквально 3-4 секунды, происходит соединение телефона с наушниками, выбираете, он будет идти как AirPods, также вот в Bluetooth, как сказать. В программе Bluetooth будет AirPods. Выбирайте AirPods и наслаждайтесь. Единственный минус, собственно, как я поняла, сейчас у большинства даже самых крутых наушников такой минус, это когда разговариваешь с кем-то по телефону, ты как будто в бочке, как будто бы ты через, ну, такой гулкий звук, вот. Еще у них минус то, что один наушник чуть-чуть потише, но это, в принципе, не критично. Понятно, что за такую цену вы не получите совершенную акустическую систему, там, которая будет выдавать чистый бас, чистый средний, чистый высокий, кристаллический. Басы тут, ну, я уже, как говорится, Сашка меня научил в плане музыки. Я хочу сказать, что если бы меня бы Сашка не научил разбираться в музыке, я бы, наверное, бы и не заметила то, что тут перегруженные немножко басы. Басы, конечно, тут немножко перегруженные. Вот. Ну, в принципе, слушать можно, вот чисто там. Когда вот там в метро едешь, в электричке едешь, или там в поликлинике врача долго ждешь, или там, ну, какое-то вот время надо убить. А значит, в режиме ожидания они работают долго, там, по-моему, около 100 с чем-то часов, ну, много. В режиме прослушки, если слушать подряд вот музыку, 4 часа. То есть автономный режим работы 4 часа. Вот. Также в комплекте входит, конечно же,
запасные вот такие вот амбушюры. Вот 4, 2 пары амбушюр входят в комплект. Это вот, вот, если открыть внутри, конечно же, если открыть. А, сейчас. Блин, сейчас я положу или сейчас паузу нажму. А внутри, как обычно, вот такие вот наушники. Вот видите, вот такие вот наушники. Вот тут вот, видимо, Bluetooth сигнал проходит. Тут вот такой маленький динамичек. В принципе, внешне они очень похожи на AirPods. Хотя, может быть, те, кто продвинут на этом все, может заметить разницу. У них на концах вот такие вот идут магниты, чтобы легче было вставлять. Вот, собственно, сам кейсик. Сюда мы запихиваем наши. Видите, там на дне идет эти магниты. И вот тут вот на самих наушниках тоже идут магниты. Вот такие вот магнитики. Вот. Еще в комплекте идет вот такая вот зарядка. А тут получается разъем идет Type-C, вот. А, вот такая, вот такой вот разъем. Хотя я ради прикола пробовала, он в телефон мой вошел, а вот это вот, которое к адаптеру идет, он толще, видите, чуть-чуть потолще, вот такой. Адаптер в комплект не входил, но у меня есть адаптер, у меня все есть, поэтому для меня это не проблема. От ноутбука заряжать не получится, потому что вот это, видите, тут на конце не USB, а вот такой вот, как Type-C, или как он такой, видите, вот, поэтому... Поэтому он не подойдет, к сожалению. Вот, и нужно либо покупать отдельно адаптер, либо, если у вас дома есть адаптер Type-C, то вообще без проблем можете пользоваться им. Ну, вот такие вот замечательные наушники я купила. Если кому-то интересно, могу дать артикул этих наушников. Но сейчас на Валберис очень много таких наушников, так называемых аналогов AirPods. Самое главное, смотрите при покупке, чтобы эти наушники подходили к вашей операционной системе. Насчет того, что можно ли использовать вот эти, скажем так, копии AirPods на айфонах, я сказать не могу, потому что у меня не айфон, поэтому я вам ничего не могу обещать, подойдут ли эти наушники к вашему айфону, именно Apple-овскому, я не знаю. Поэтому тут уже сами читайте, смотрите, изучайте. У меня не айфон. Недавно мне в честь дня рождения пришла смс-ка от Соколова, что у меня есть 3000 этих бонусных баллов, и я могу на них купить себе украшение. На эти баллы я купила себе вот такое вот колечко. Написано, что якобы это... серебро с фианитами, но я думаю, что это не серебро, потому что мне это колечко обошлось в 1000 с чем-то. Я что-то сомневаюсь, что это серебро. Скорее всего, это может быть какой-то неценный металл, просто посеребрённый, скорее всего, как я понимаю. А еще я купила вот такие вот сережки. Я уже 10 лет, наверное, не носила серьги. Вот, уже у меня все уши заросли. И вот как-то худо-бедно я себе все-таки смогла проковырять дырочки и все-таки напялить на себя вот эти вот
сережки. Так что вот такие вот подарочки я сделала сама себе на день рождения, который у меня будет завтра. Вот. Так что вот такие вот делишки. Ну что, дорогие мои ребятки, котятки, я буду заканчивать свой влог. Буду готовиться к дню рождения. Мне еще надо оформить бровки. Мне надо их пощипать, покрасить. Мне надо заняться своей головой. Надо покрасить голову. Надо прихорошиться, поделать всякие масочки. И завтра у меня будет великий день. Будем отмечать мой день рождения. Будем гулять, кутить. Пить я, конечно, не буду, как вы знаете, что я ярый противник алкоголя. Я вообще не пью. Я зошник. Так что вот такие вот дела. Так что еще раз поздравляю своего любимого человечка с днем рождения. Желаю ему вообще всего-всего-всего самого крутецкого, суперского, что есть в этом мире. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. С вами была Аида Москва. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всех вас крепко-крепко обнимаю. Всех люблю и всех целую. Пока-пока-пока.